Ежегодно на дорогах Московской области в дорожно-транспортных происшествиях погибает более 1500 человек. Как отмечают госавтоинспекторы, причина подавляющего большинства аварий – низкая дисциплина как водителей, так и пешеходов. Очень много сейчас делается для того, чтобы на наших дорогах люди могли спокойно и безопасно перемещаться. И разметка делается более понятной, и устанавливаются дополнительные секции светофоров, ведется разъяснительная работа. Вот по указанию патриарха в ближайшее воскресенье во всех храмах будет произнесена особая проповедь как раз о безопасности дорожного движения. Потому что действительно только общими усилиями можно к этой проблеме привлечь внимание. День памяти жертв ДТП отмечают с 2005 года. В соответствии с резолюцией ООН, погибших в дорожно-транспортных происшествиях вспоминают каждое третье воскресенье ноября. В этот день принято включать на автомобилях ближний свет фары и запускать в небо белых голубей или воздушные шары. Мы совместно с дорожной автоинспекцией ежегодно проводим мероприятия по... Не мероприятия даже, а проводим молитвы по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. И хотим сказать, чтобы все наши жители нашего района, нашего города соблюдали правила дорожного движения. В регионах России во Всемирный день памяти жертв ДТП 19 ноября прошли социальные акции в память о жертвах дорожных аварий. В том числе минуты молчания, автопробеги с участием представителей экстренных служб и демонстрации разбитых автомобилей. Кроме того, госавтоинспекторы навестили в больницах детей, получивших травмы в результате аварий. Помолились о погибших и в Георгиевском соборе. Через такую вот поминальную молитву мы успокаиваем свое сердце, потому что Господь дает утешение, и передаем свою любовь тем людям, которые вот уже пересекли этот рубеж иной жизни. Помимо этого, церковь, она всегда с людьми вот в тех вопросах, в тех ситуациях, где есть скорбь, где человек очень сильно переживает, особенно из-за смерти близких. Поэтому очень важно вот как раз собраться всем на молитву и вместе друг друга поддержать и получить помощь Божию. Проповедь, литургия и панихида о жертвах ДТП в минувшее воскресенье прошла во всех храмах Русской Православной Церкви. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».